Добрый вечер всем снова. Наша недельная глава, глава Тицаве. Можно, конечно, про нее спросить, почему глава Тицаве не написана вместе с главой Трума, зачем их нужно было делить посредине, но это не наша тема. А нашу тему начну с очень интересной вещи. Наша тема начну с одного мидраша, мидраш Сифри, который всем знаком. Но я немножко на него добавлю то, что мало к другим знакомо, и об этом мы будем говорить сегодня. Говорит у нас Мидраш Сифри «Вагавта лерех камоха» – «Возлюби ближнего к самого себя» – «Раби Акива умер зе клаль гадоль батура». То есть Раби Акива говорит, это великая вещь в Торе. Но Мидраш продолжает и приводит еще одно мнение. «Зе сефер толдота Адам» – «Байом бро элухимото» – от Адам – «Зе клаль гадоль мизе». То есть, да, и это, то есть книга поколения человека, это еще более высокое правило, то есть важное правило в Торе, выше, чем возлюби ближнего своего. И Магараль приводит еще одну версию этого мидраша, где идет следует третье мнение, с которым мы сегодня попробуем понять его, и которое связано с нашей недельной главой, и это... Это кевеса и хата асе бабокер, вет кевеса шмита асе бен арбай. То есть и агнеца одного сделай утром, и агнеца второго сделай после полудня. То есть и это кляль гадоль патура, то есть это великое правило в Торе. Что, о чем идет речь? Речь идет о ежедневном жертвоприношении. Утреннем и послеобеденном. То, что называется курбан тамид. И действительно, в недельной главе появляется курбан тамид после того, перед тем, как описывается правило, как освящать храм, который будет построен, то есть мешкан, храм и так далее, появляется курбан тамид. И мы должны задаться вопросом, который я хочу сегодня обсудить. Что делает этот курбан тамид, то есть это ежедневную жертву, настолько центральной в Торе? И что это говорит нам сегодня? Вообще глобально о служении Всевышнего и нашего служения Всевышнего. То есть, если это основное правило в Торе, то есть, да, то мы должны это что-то учить на служение Всевышнему как главнейшую идею несущую Торе. Давайте попробуем разобраться. Итак, что же делает это делает центральное мотивом Торы? То есть, в принципе, о чем пытается, то есть, какая центральная идея лежит за этим жертвоприношением ежедневно? Ответ, скорее всего, находится в двойном характере вообще этой жертвоприношения. Дело в том, что Тора описывает это жертвоприношение, ежедневное жертвоприношение, два раза. Первый раз написано в нашей недельной главе, в главе ТЦВ, когда это описано как часть описания строительства Мешкана и его утвари, и заповеди освящения, обновления всего Мешкана и так далее, и так далее. И заповеди, которые там находятся на постоянной основе в Мешкане. В следующий же раз появляется эта заповедь о ежедневном жертвоприношении. Почти с теми же законами и так далее приводится в главе Пинхас. В главе Пинхас она стоит, то есть как бы она приведена вместе с остальными другими жертвоприношениями, когда, естественно, акцент именно идет на жертвоприношение дополнительных, так называемых мусафы, которые приносятся в особые дни, в шаббаты, в праздники и так далее, и так далее, и так далее. И там находится ежедневное приношение курбан тамид. И это не просто так. И не просто так, то почему? Потому что Тора пытается нам показать два разных значения, два разных вещи, два разных понимания, два разных аспекта, которые находятся в нашем ежедневном жертвоприношении курбан тамид. Давайте посмотрим. В течение всей главы Тицаве, кто-то откроет, начнет ее читать, мы увидим очень интересную вещь. Идет описание разной утвари храмовой, которая и используется в служении в храме, то есть в мешкане, когда их важность, скажем так, они сама по себе, а в принципе их важность находится в том, что они, скажем так, без них не будет присутствия шхины в храме. То есть, да, они важны и обязательны для того, чтобы шхина находилась в мешкане. Глава Трума, которую мы читали на прошлой неделе, нам рассказывает по поводу в основном о физическом строении храма. Правда, там мы нашли, что найти, какие жемчужины вытащить. Но, в принципе, описание технического строения самого мешкана,
его стенок, его, скажем так, шатра и так далее, так далее, так далее. В главе Тицаве Тора добавляет порядок службы в мешкане, без которого мешкан перестанет быть мешканом. То есть без этого порядка не будет мешкана. То есть, да, и он перестанет быть мешканом в каком понятии? В понятии места обитания шхины и присутствия Всевышнего. Понятно, что во время, то есть то, что мы говорим про мешкан, это относится, естественно, к Бейт-Мигдаш, то есть к храму, который стоит на своем месте в Иерусалиме и так далее. Теперь, смотрите, наша недельная глава раскрывает, начинается с каких стихов? Давайте попробуем разбираться. Она начинается у нас о том, что нужно хранить нертамид, постоянную свечу. То есть, да, нертамид, оттуда идет разговор. То есть, в принципе, свеча, которая горит на миноре без перерыва, всегда. Гемара в трактате Менахот нам рассказывает, что действительно западная свеча на миноре, она чудесным образом горела без перерыва. Все часы дня, то есть, то есть 24 часа в сутки, не прекращаясь. И в принципе от нее Коэн, который, то есть Коэн зажигал другие свечи. Теперь, это называется имшихью, то есть в принципе постоянное продолжительное продолжение, то есть оно постоянно продолжает что-то, то есть да, если что-то продолжается постоянно. И это, естественно, нам напоминает что? Это нам напоминает главу Трума, что у нас в Труме было, которое тоже был Тамид. По поводу стола с хлебами. Что там сказано? Венатат аль шурхан лехит паним лифанай тамид. То есть хлеб, то есть должен быть стоять стол с хлебами всегда. Гемара в трактате Менахот, снова, то есть на 66-м листе, говорит нам, она нам описывает очень интересный процесс, как меняли хлеба. Дело в том, что нужно было менять хлеба каждую неделю, когда заходил новый, то есть менялись мишмары, то есть менялись, то есть службы коинов, то есть, скажем так, как бы сказать, мишмар, то есть были группа, то есть по семьям разбивались, и каждая, то есть из этих групп, то есть у нее была своя неделя, когда они служили, они менялись. То есть пост дал, пост принял. Так вот, они вместе, то есть как бы менялись, и там они меняли хлеба. Каждую неделю менялись хлеба. И как это делалось? Дело в том, что как они снимались, как они клались, так, чтобы не получалось, ни на секунду стол не оставался без хлебов. Потому что стол должен быть с хлебами всегда. Тамид. Есть такое целое описание. То есть, в принципе, у нас получается нертамид. То есть, да, элехема тамид. То есть, да, у нас есть постоянная свеча и постоянная хлеба на столе. И они не только часть, скажем так, рутинной работы существования в храме, они также, в принципе, часть базисного строения мешкана, базисного строения вообще службы и так далее. Если этого не будет, то мешкан не полный, то есть он не полностью отстроен, не полностью существует. Смотрите, в конце главы Тицаве, после того, как Тора занимается нашим жертвоприношением, то есть Курбан Тамид, то есть ежедневным жертвоприношением, мы находим следующее, то есть описание жертвоприношения какого-то, то есть жертвенник Торы, то есть да, парашата Торы, то есть как приносить эти вот жертвы, то есть на жертвенники воскуривания. И она в принципе снова делает ту же функцию. Обратите внимание, там снова Торы Тамид Лифней Гашем, постоянное воскурение перед Всевышним. Кстати, то, что мы понимаем. То, что мы понимаем сейчас, то, что я привожу, что Кторет, вот этот вот жертвенник, который воскурение, который на нем, и это часть, скажем так, то есть это часть не только службы в храме, но и часть его строения объясняет, почему этот жертвенник описан только в нашей главе, а не описан со всеми утварью, которая была описана до этого в главе Трума. И потому что все то есть утварь храма и так далее описано в главе Трума, а именно Мизбеха Кторы, то есть вот этот вот золотой жертвенник, который на нем воскурение, он находится в главе Тицаве. Это очень странно. То есть у меня, по-моему, есть урок целый, почему это так. Я, по-моему, проводил этот урок записанный.
Но одна из вещей, потому что это часть базисного строения мешкана для того, чтобы там обитала шхина. По-другому никак. Таким образом, получается, вот это вот воскурение, которое томит, которое постоянно находится рядом с постоянным жертвоприношением, курбан томит, и это постоянно находится возле свечой томит, то есть свечой, которая говорит на храме. И они вместе, в принципе, создают, скажем так, схему, то есть, скажем так, базисную схему, то есть шелет службы храма, службы мешкана. Окей. Теперь попробуем понять, каким образом, то есть теперь на фоне того, что мы это объяснили, сейчас мы увидим, как ежедневное жертвоприношение является, скажем так, фундаментом для постоянной работы храма, то есть и так далее. Смотрите, без того, чтобы было ежедневное жертвоприношение, кстати, это то же самое относится и ко всем остальным работам в храме, мешкан или храм, то есть далее переносной мешкан или храм, перестанут существовать как место, где появляется шхина. Это мы уже сказали и еще раз повторим. Точно так же, как храм без его стенок, тоже не храм. То есть ежедневное жертвоприношение является базисным строением вообще для того, чтобы можно было служить в храме. Обычно мы относимся к храму как? Что такое храм? Если мы зададимся вопрос, что такое храм? Это место, где приносят жертвы. Правильно? По-настоящему по поводу курбан томит, то есть ежедневного жертвоприношения, все немножко по-другому. Потому что не храм, то есть существует для того, чтобы жертвоприношение приносить, а именно само жертвоприношение, оно существует для того, чтобы существовал храм. Понятно, что я говорю? Более того, это превращает в храм в то, что он есть. Без этого храм не будет храмом. Это один аспект. То есть, да, я сейчас вывод подведу, то есть, да, я пытаюсь подвести очень интересную вещь. Теперь, с другой стороны, у ежедневного жертвоприношения курбан томит есть другой аспект и другая задача, кроме этой задачи, которую мы сказали, что он делает храм храмом. То есть он делает храм тем, чтобы он может быть. Более того, он является жертвоприношением, как все остальные жертвоприношения. И таким образом, посредством него и других жертвоприношений мы служим Всевышнему в храме. Так оно работает. Как Раши объясняет в Миноход, что ежедневное жертвоприношение, оно искупляет те же грехи, которые искупляет Курбан Ула, то есть огнепалимая жертва. Обычно это, то есть, когда человек не выполнил заповеди Асе, то есть повелительные заповеди не сделали, от этого искупляют. То есть, в принципе, это другие законы, которые связаны с законами других жертв, то же самое и относятся к курбантами. Теперь из этого у нас проходит очень интересная вещь. Смотрите, мы сказали глава Кецаве, глава Пинхас. В двух местах находится ежедневное жертвоприношение. В чем разница и как развиваются два этих аспекта ежедневного жертвоприношения, которые я рассказал. Сегодня мы так жертвоприношение. Но мы там увидим очень интересную вещь на наше Авудат Ашем, наше служение Всевышнему, то есть всегда, и как строить, скажем, свое служение постепенно. Глава Тецаве нам описывает ежедневное жертвоприношение Курбан Томит как фактор, который позволяет существование храма. Он дает возможность храму существовать, как фактор. Об этом глава Тецаве. Глава Пинхас описывает нам другое, что курбан томит, жертвоприношение, ему он возможен в своем существовании, он может существовать из-за того, что есть храм. То есть он позволяет существованию храма, как храма главе Тецаве, как часть центральной работы. С другой стороны, храм, когда существует, позволяет ему быть, то есть жертвоприношением, которое является службой Всевышнего. Таким образом, в первый раз он появляется со свечой, с хлебами, с жертвенником и так далее, который тоже постоянный, который является частью определения храма и его службы. И поэтому во второй части, когда в главе Пинхас, он появляется по второй своей функции, как часть всех остальных жертвоприношений, поэтому приводится со всеми остальными жертвоприношениями. Но в том и другом случае подчеркивается в жертвоприношении, то есть постоянном, то есть курбан томит, очень важный фактор.
им шихьют. Это постоянно, то есть продолжение, то есть постоянное повторение продолжения, то есть он продолжает действие. И там, и там. То есть он постоянство. То есть он делает что-то постоянно, потому что он открывает, допустим, в главе Пинхас, он открывает что? Он открывает жертвопрошение, которое нестабильно. Они вот в этот праздник, в эту дату и так далее, а он дает вот эту вот постоянную, продолжающую, непрекращающуюся, то есть называется рутину. Теперь еще одно объяснение, зачем наше это ежедневное жертвопрошение находится в главе Тецаве, можно понять из стихов, которые, то есть из стихов, которые до этого, которые описывают нам, что Ханукат Амикдаш, то есть освящение жертвенника, когда обновление его, Ханука это обновление. Дело в том, что законы постоянного жертвоприношения Курбан Тамид приведены сразу же после стиха, который занимается обновлением мешкана, то есть Ханукат Амикдаш. Таким образом, из этого можем выучить, как объясняет Мальбим, что как осветился, обновился жертвенник, на нем принесли ежедневную жертву. Таким образом, мы понимаем, что то, что произошло, это что каждый день при обновлении жертвенника и так далее, служения приносили ежедневную жертву. Вот есть большая важность, сейчас мы поймем. Кстати, это понимание абсолютно не отменяет предыдущее понимание, наоборот, усиливает это. То есть, в принципе, то, что то есть, ежедневная жертва это определяет центральный фактор, центральный базис, то есть понятие храма, тем более его обновление. То есть, да, вот я делаю то, что делает храм храмом, обновляю его. Теперь, кстати, не зря Мишна объявляет четыре, то есть Мишна Менахот, четыре утвари, то есть убранства храма, которые тоже нужно им обновление. Среди них что? Жертвенник, который обновляется Курбан Тамид, то есть постоянной жертвой. Также Мизбеах Загав, то есть золотой жертвенник, на котором есть, то есть воскурение, он тоже должен быть постоянным, он определяет работу. Также Минура, на которой тоже есть постоянная свеча, которая тоже определяет служение в храме, его продолжительное, то есть служение, то есть функциональность. И, естественно, стол. Только эти четыре предмета нужно освещать. И они все связаны с понятием тамид, постоянным. То есть они делают то, что называется храмом, то, что делает его постоянным. То есть, в принципе, выходит из этого очень интересная вещь, что вот это понятие рутины и постоянного продолжительности, то есть действия, которое оно есть, оно то, что определяет вообще постоянную, то есть задачу храма. Есть очень интересная вещь, которую нужно понять перед тем, как я хочу перейти к нашему служению Всевышнему, как правильно его строить и как правильно развивать. А то, что мы, почему мы это назвали Кляль Гадоль Батура, почему-то у Маараля приводится именно, то есть вот эта вот версия Мидраша, где это является центральной частью Торы. И это две вещи, которые учатся из этого жертвоприношения. Дело в том, что есть Мишна, снова, тоже Миноход, только на 50-м листе, который говорит очень интересную вещь, что если человек, точнее, человек, коин, целенаправленно, специально не принесли утреннее постоянное жертвоприношение, они не могут принести уже после обеденное. То есть это отменяет послеобеденное. Не принес утреннее, все. Гмара там, это Мишна, Гмара там объясняет, что речь идет только во время обновления храма, то есть когда была Хануката Мишкан, но не во время, то есть уже функциональности служения. Во время функциональности служения там, если не принесли утром, то вечером приносят. Почему так? Почему это работает? Потому что обновление храма – это функция ежедневной жертвы как строение храма. И поэтому, если чего-то не хватает, то строения просто нет. Поэтому уже нельзя добавить того чего-то. То есть еще какой-то кирпичик, но уже первого кирпичика нет. Не работает.
С другой стороны, когда храм уже функционирует, и, то есть постоянная жертва, она часть службы, то в этом, то есть в принципе, нужно, то есть когда уже здание как бы есть, уже есть оформление, то есть есть уже все, то тогда каждое, то есть действие, оно имеет вес. И теперь мы переводим нас на понимание то, что называется, то, что говорит Мидраш. Почему так Клаль Гадоль? Почему это такая вот центральная вещь в Торе, вот это вот Кевес Ахад Бабокер, Кевес Ахад Бен Арбай. То есть Агнец утром, то есть овечку утром, овечку после обеда. Дело в том, что это работает по символике. Мы говорим Бельвави Мишкан Ивне. В сердце своем построим храм. Из этой символики в этом храме. Дело в том, что я должен построить себе в сердце храм. Как я его строю? Как он работает? О, здесь я должен сделать так называемый курбан тамид, то есть постоянное жертвоприношение с тем двойной работой, то есть тем двойной функцией, которую несет в храме. Таким образом, что так работает? Тора и заповеди. Это постоянно наша, то есть работа. Тора и заповеди. Теперь, смотрите, с одной стороны, Тора и заповеди, они строят человека, они, скажем так, дают форму и строение человеческой личности, она изменяет и влияет на нее, она строит человеческие ценности человека и так далее, и так далее. И таким образом Тора и заповеди превращают человека, то есть плоть и кровь, к инструменту, к предмету принятия божественного духовного. Это то есть то, что делает Тора и заповедь. Это одна функция ежедневного жертвоприношения. Построить, то есть позволить, чтобы появился храм. То же самое внутри нашего, то есть Тора и заповедь делает так, чтобы внутри нас появился храм. Для чего? То есть построить, то есть это строится со второй стороны. Каждая заповедь, каждая то есть часть Торы сама по себе, даже без ее соседа, она, в принципе, выражает свою отдельную и так далее часть служения Всевышнему со своей особенной то есть, ценностью продолжения. То есть, в принципе, у нас, когда мы говорим о строительстве человеческой сущности, есть Тора и заповедь, когда они всем цельным заходят и делают человека как личность, строит его мир ценностей. С другой стороны, вторая функция ежедневной жертвы, то ежедневная жертва, то же самое здесь разрабатывают, есть важность каждому отдельному действию. Также есть каждой заповеди отдельная важность. Таким образом, мы можем увидеть это, как человек должен как бы... Обычно это делается в разных возрастах. То есть, да? Иногда есть люди, которые приходят к Богу поздно, поэтому это не будет у него не в разных возрастах, а на разных этапах приближения. То есть мы разделим, то есть как это работает у ребенка или так далее, у человека, который, скажем так, в разных стадиях его жизни. Понятно, что в начальных этапах жизни человека или в начальных этапах человека, который приближается к Богу, нужно, чтобы центральная его работа была над инструментами. То есть, в принципе, ему нужно создать инструмент, который будет принимать от Всевышнего духовные вещи. То есть, в принципе, ему нужно сделать, обработать, то есть привести в деятельность, и, скажем так, лиацев. То есть, да, пытаюсь найти слово лиацев, русское аналог. То есть, ему нужно построить себя как духовную личность. Что для этого требуется? Для этого требуется несколько хороших лет тотального посвящения, то есть служению, то есть и той истории, и так далее, изучения Торы и заповедей. То есть нужно прилагать бешеное количество усилий. Для того, чтобы построить себе духовную личность, нужно прилагать на первых этапах постоянно тотальное усилие для приобретения Торы, знаний, духовности, исправления качеств и так далее, и так далее, и так далее. И в этом случае именно очень важно понятие имшихьют и атмада.
То есть в этом, на этом уровне очень важно, то есть, вот это вот постоянство. Постоянство прикладывать и постоянно, чтобы это было, у этого был процесс продолжающий и превращающийся в рутину постепенно. Точно так же, как это у жертвоприношения ежедневного, Курбан Тамид при освящении храма. Нужно сделать храм, храм себя для начала. Сделав храм себя для начала, то есть это через Тору и заповеди. После того, когда мы после этого, то есть, да, мы заходим то есть, в изучение Торы, интенсивное исполнение заповедей и так далее, и так далее. Но в этой интенсивности нужно тоже не акцентироваться не только на приятии, но и на отдаче тоже. Это очень важно. То есть человек должен то есть, постоянно держать в голове, кстати, это относится нас уже к тому, что мы учили на предыдущем уроке про 8 глав Рамбама, что когда он строит самого себя, он в это в то же время должен служить и общему, то есть да, присоединению к общему. Но это нас возвращает обратно к тому, что мы говорили на прошлом уроке, то есть на предыдущем уроке, по 8 главам Рамбама. Более того, для того, чтобы, если задача человека служить Всевышнему предполагается, он обязан, то есть исправить свои отношения с своим окружением и то, что вокруг него. Это то, что называется начальных этапов. То есть начальный этап идет формирование личности, и там нужно то есть, как бы вкладывать и ничего не потерять. То есть, да, нужно много отмада, то есть постоянства и так далее. На более старшем возрасте, то есть когда уже построена личность, скажем так, акцент сдвигается на второй аспект Курбан Тамид, на второй аспект ежедневного жертвоприношения. Это служение Всевышнего, как называется, когда ты посвящаешь себя Всевышнему и, с другой стороны, даешь другим. Снова, здесь тоже постоянно нужно, чтобы было аймшихют и атмада, то есть постоянно должно быть продолжение и прикладывание усилий постоянных, и так далее. То есть не на минуту не останавливаться. Но вместе с тем, есть, здесь происходит одна вещь, когда каждое исполнение, каждое действие несет свою ценность. Таким образом, то есть мы строим настоящую цельную, скажем так, личность служащего Всевышнему человека. Это очень важно по одной причине. Я очень часто видел, что люди начинают возвращаться в раскаяние или становятся религиозными и так далее, и идут, бегут галопом по Европе. То есть, да, они быстро и резко начинают, то есть без того, чтобы сесть, то, что называется, без того, чтобы впитать учебу. Они не учатся, они начинают уже бежать вперед. И это очень неправильно. Потому что нужно сначала создать инструменты. Для инструментов нужно создать себя, развить как личность, учение духовное. Для этого нужно вкалывать. Я говорю вкалывать, потому что сказано амаль. Амаль, на видите, это то есть вкалывать. То есть работать тяжело. Адам ли амаль юлад. То есть человек был создан для тяжелой работы. Он создает тяжелую работу. То есть сначала он создает свой мешкан внутри. Постоянством, то есть постоянной работой тяжелой и так далее, и так далее. Ему нельзя пропускать ничего. Как нельзя пропускать вот это вот жертвоприношение, с утра пропустил, все, после обеда уже нельзя. Нужно вкалывать. И только тогда, это как освящение храма. То есть, да, это глава Тицаве. Вот это вот постоянное жертвоприношение в нашей главе Тицаве. И после того, как он это создаст, когда он станет мешканом, то есть, когда он сделает себя инструментом для принятия шкины Всевышнего через Тору и заповеди и так далее, он продолжает вот эту вот систему, что, как сказано, «Олат тамид ледоротехем». То есть, даже когда говорится про освящение храма и так далее, даже потом про службу, сказано, это должна быть постоянная огнепалимая жертва на поколения. То есть, мы продолжаем трудиться, развиваться и так далее, не прекращая. Но вместе с тем мы уже начинаем давать другим присоединяться и так далее. И мы, каждая наша отдельная заповедь, одно действие и так далее, оно уже, скажем так, несет особую ценность. Но сначала построить свою личность. И это то, что имел в виду Мидраш, то есть по версии Магараля, который приводит Мидраш, что это клаль гадоль батура.
Это очень важная тема. То есть развитие духовной личности, развитие на поколение, даже когда нет храма, когда нет мешкана, когда мы строим Асули Мигдаш Вишаханти Бетухам, то, что мы учим в самом начале заповеди о мешкане, в главе Трума. То есть постройте мне храм, я буду обитать среди вас. Это обитать среди вас не только, когда физически мешкан стоит, но и всегда. И вы должны построить храм внутри себя. Как его построить? На базисе ежедневной жертвы. На двух функциях, которые несет ежедневная жертва Курбана Тамид. Это модель, которую человек должен постоянно делать на разных этапах жизни, с собой, потом своими детьми, своими внуками и так далее, для того, чтобы в конце концов стать храмом, то есть для Всевышнего, обрести Всевышнего у себя и служить Всевышнему. То, я надеюсь, что вам не слишком сильно было это сложно. Я пытался эту идею, она немножко сложная. Просто тут храм... Как всегда, когда подходишь к жертвоприношениям, идея становится сложная. Но я думаю, что идея понятна. В конце концов, в этом случае в выводе. И дай Бог, чтобы мы удостоились все сделать, то есть инструмент из нас для того, чтобы Всевышний обитал среди нас и в конце концов могли ему служить и развиваться дальше. То, на этом я заканчиваю урок, то есть запись выключаю. Всего хорошего.